Ребята, привет! И сегодня у нас на канале Щенячий Патруль. Сегодня мы будем проходить такую серию фермы. Вот, будем играть на ферме. И нам будут помогать ребята Щенячьего Патруля. Ребята, смотрите, свинкам нужна наша помощь на ферме. Давайте поможем им. И кто нам будет помогать, сейчас мы посмотрим. Это будет Рокки и Чиз. Рокки и Чиз помогут нашим свинкам на ферме, ребят. Вот наш автомобильчик Щенячьего Патруля, такой классный фургон. Ребят, мы прибыли на ферму. И здесь нужно кукурузу перебросить вот туда за оградку. Да, а Чиз будет звать свинок. Рокки очень быстро справляется с этой задачей. Суи, говорит Чиз, подзывает свинок так. Отлично, ребят. Мы закинули всю кукурузку туда за оградку, а теперь нужно переправить туда и свинок. Чиз с этим замечательно справится. Вот так вот, ребят. Всего 5 свинок нужно туда закинуть. Отлично. Ребят, смотрите, как классно Щенячий Патруль справляется с этой задачей. Ура, ребят, мы сделали. Ау, мы помогли нашим свинкам. Чиз и Рокки получили свою награду по косточке. А мы отправляемся дальше на нашу ферму. И здесь нужно отремонтировать какой-то забор, ребят. Вот, смотрите, снова будет нам помогать Рокки. Вот, приезжает наш фургон Щенячьего Патруля. И мы прибыли на ферму, ребят. У нас вот есть 3 дощечки, которые нужно поставить на свои места, чтобы свинки не выбегали из загона. Вот, ставим нижнюю самую. Ой, какие свинки на самом деле. Закидали наш грязью. Ставим среднюю дощечку и верхнюю. А теперь, наверное, нужно что с ним сделать? Прибить или прикрутить? Точно, ребят, нужно закрутить вот эти болтики. Вот так вот мы, чтобы точно свинки не выбрались. Там они будут находиться в целости и безопасности за заборчиком. Вот, закручиваем. А потом механизмом Рокки быстренько отверточка такой. И прикручиваем это все дело. Рокки очень быстро справляется с такими штуками, да, ребят? Отлично, ребят, наш забор починен. Теперь, Рокки, надо угостить косточкой. Держи, Рокки. Классно справился со своей задачей. А мы отправляемся дальше на нашу ферму. И это у нас какая-то тележка с шариками, ребят. Вот такая тележка с шариками, а там курица сидит. Ого. Чиз будет помогать сейчас нам на ферме. А что же он будет делать с этими шариками, мне интересно. Так. И что мы тут делаем? А, ребята, мы должны стрелять, наверное, по этим шарикам. Вот наша пушка такая у Чиза. Вот мы ее заправили по-быстренькому. И стреляем. А, отлично, ребят, смотрите, тележка отпускается. Шарики взрываются, тележка ниже и ниже. Давайте перезарядим нашу пушку. Оп. Можно продолжать. У Чиза отлично получается. Смотрите, какой он меткий. Давайте заправим шариками пушку нашу еще раз. И у нас 2 выстрела осталось. А ты не мешайся нам тут. Смешно все. Вот, отлично, ребят. Мы помогли нашей курочке. Опустили на землю. А теперь надо Чизу дать награду. Его косточку. Так, и что дальше у нас на нашей ферме? Какая-то гора. Непонятно чего. Сейчас мы посмотрим и поможем. Надо разобрать, скорее всего, эту гору. Помогать нам будет Чиз и Маршал. Наши супер-щенки будут помогать нашей ферме.
Давайте посмотрим, что там можно сделать дальше. Ого, ребят. Мы как будто с летающей тарелки смотрим. А, ну это, наверное, с вертолетика такого летаем. Вот, ребят, наша первая кучка. А, Маршал здесь будет раскапывать, помогать. Классно. Точно, ребят. Это какая-то кучка из попкорна или бумаги. А под ней была свинка. Мы ее откопали. Спасли нашу свинку. Класс. Давайте посмотрим, где здесь еще такие кучки есть. Кто в беде? Маршал отлично справляется с этой задачей. Быстро раскапывает всех этих хрюшек. А Чиз летает вот на этом самолетике, вертолетике там и показывает Маршалу, где есть кучки. О, а здесь курочка, ребят. Или цыпленок такой маленький. Курочка, наверное. Отлично. Маршал и Чиз очень слажно сработали. И получают свои косточки за это. Молодцы, ребят. А у нас осталось последнее задание на ферме, ребят. И это большая косточка, закопанная в землю. Ее нужно раскопать, ребят. И в этом нам поможет Крепыш, ребят. Крепыш нам поможет раскопать эту большую косточку. Наш грузовичок очень быстро доезжает до места, где есть проблемы. Вот наш Крепыш, смотрите. Ага. Вот он раскапывает косточку. Вот так вот быстренько получается у него. Да, у Крепыша хорошая лопатка. Он очень быстро раскапал косточку. А теперь нужно эту косточку достать, ребят. Вот он подъехал на своей машинке, опускает сюда свой ковш, или как это назвать, крюк, и достает нашу косточку. Ребят, а вам, если понравилась эта игра, вы знаете, что делать. А у нас на канале впереди еще будет несколько серий про Щенячий патруль. Так что, ребят, не забывайте заходить к нам почаще. А вам пока-пока. Крепышу косточку, а вам пока, ребят.